тренер, который единственный в своем роде, очень, как сейчас говорят, харизматичный, не похожий на других. И я думаю, что не только мне, но и всем тем хоккеистам, которые с ним работали, было очень, с одной стороны, интересно, а с другой стороны, совсем-совсем непросто. Каждый раз привносил на каждую тренировку что-то новое, неожиданное. В этом весь Тарасов. Непредсказуемый, в какой-то степени очень жесткий, когда давал упражнение один против одного, защитник против нападающего. Надо было вылезать из угла нападающему против защитника, идти на ворота. Вот. И перед тем, как дать это упражнение, он сначала подзывал защитников и говорил: тот плох защитник, который дает себя обыгрывать нападающему. Потом подзывал нападающих и говорил: что это за нападающий, который не может обыграть один в один защитника противника. Тарасов – это, конечно, уникум советского хоккея. Если бы там, у Тарасова не сложилась бы как-то судьба, не связала бы, вернее, с хоккеем, с хоккейным тренером, да, из него получился бы великолепный актер, потому что так показывать, так говорить, так преподносить все, это может только, ну, не меньше народного артиста.